Всем привет! Зашла еще раз сегодня в Fix Price. Новогодние новиночки опять. Вырасти новогоднюю ель. Внутри предсказания. 99 рублей. Не знаю, елка действительно вырастет. Линия жизни, благотворительный фонд. Но, видимо, действительно вырастет новогоднее дерево. Такие вот стеклянные символы года. Такие вот что это? Подсвечники, кружечки. Светильник, домик. Туда, как я понимаю, ставить свечку внутрь, наверное. Или... А, нет, на батарейках, то есть он будет светиться. Хотя я подумала, что это подсвечник. Новогодние рожки оленя, елочки. Какие вот интересные ночники. Светильник, ночник, снеговичок. Дед Мороз, посуда. Большое количество новогодних украшений для елки, елочных шаров, гирлянд, гирлянд на батарейках. Есть такие вот щелкунчики атмосферные. Разнообразные наборы с шарами. Есть такие вот птички. Елочные украшения. Фокус куда-то пропал. Есть вот такие вот ветки. Здесь, кстати, тоже фейки есть в наличии. Вот такие вот позолоченные серебряным и золотом цвете ветки. Куда-нибудь в вазы как украшение ставить. Из новинок в данном фикс-прайсе есть золотые вазы. И есть декоративная фигурка для хранения украшений. Такое вот лицо. А шкатулок так и не появляется ни в одном из фикс-прайсов. Есть вот такие светильники с кабелем USB по 199 рублей кошечки и мишка. Светильники по 99 рублей на батарейках. Нижняя часть прорезинена. 4 светодиода. Светильник светодиодный с кабелем USB, 199 рублей. И мы покупали такой. Очень классно создает новогоднюю атмосферу. Вот эти две штуки крутятся в разные стороны. И комната освещается, как вот новогодние шары продают такие. Светильник-ночник, светодиодный, Эйфелева башня. Также есть собачка. Вообще в этом фикс-прайсе очень большой выбор ночников, светильников. Есть еще вот такой светодиодный тоже светильник. Там, по-моему, какая-то проволочка внутри в нем. Есть вот такая фоторамка металлическая. Как вариант подарков на Новый год. В фикс-прайсе очень много картин по номерам. Очень часто говорю это в своих обзорах фикс-прайсов. Здесь целая стопка на полу. Также есть пазлы. И очень большой ассортимент подарков детям. Как раз тоже скоро Новый год. Очень много игрушек. И для девочек. Такие какие-то столовые для Барби. Всего 199 рублей. В моем детстве это стоило куда дороже. Кстати, очень интересные есть варианты. Кран бракованный написано. Большой гель для душа 750 мл, 77 рублей. Такие вот игрушки очень интересные. Тоже очень много панды есть. И эти вот ушастики мне понравились. Такие перчаточки есть очень мягонькие. Они как пуховик на ощупь. В различных расцветках. 199 рублей. Также есть перчатки. Перчатки под кожу. Под какую-то как замшу, не замшу, не знаю, что это такое. И вот такая вот новиночка, кстати, под пуховик. Я думала на самом деле, что они будут потолще. А, в аккаунте Fix Price видела такие. С этой стороны они под замшу, с этой стороны они такие, как курточка. Тоже 199 рублей. В этом Fix Price есть в разных расцветках. Голубой, в коричневой, в черной. Сейчас вам покажу.
Это же вот такая вот новиночка. Смотрится довольно стильно. Складные фены для волос в этом фикс-прайсе есть. И набор юный парфюмер. Создай свой неповторимый аромат. Практически во всех фиксиках есть такие наборы посуды. Бокалы, стаканы, стопки. Уважаемые покупатели. Есть шторы для ванн, лейки для душа, разнообразные мочалки, губки, полки для ванн. Влажные салфетки 20 штук для удаления пятен. Стоимость 27 рублей. House Luxe. Пятновыводитель ваниш, не содержащий хлора. 77 рублей. Здесь 500 грамм. Умягчитель воды для стиральной машины 55 рублей, 750 грамм. Коврики небольшие, например, для ванной комнаты. В разных цветах, мягонькие. Смотрите, какой под шкуру животного, под зебру. Есть. Также есть вот такие предверные коврики, но очень приятные, в разнообразных цветах. Очень много шарфиков для тех, кто мерзнет, шапок недорогих. И, кстати, нашла шапки из этой же серии, что я показывала перчатки. Какие-то вот такие вот немного смешные. Большой выбор кошельков, которых раньше не было. Есть хлопковые колготки по 199 рублей в различных размерах. Теплые. Но без подклада. Ролтон Копчатский краб. Цена 27 рублей за упаковку. Это вроде новый вкус. Такого раньше не было.